Ne me laisse pas l'aimer. Pourtant c'est lui que... Самый прекрасный день в жизни Брижит Бардо – это была ночь, поправляет Брижит. Бардо всегда выглядела так, будто ночь не кончалась. Босиком, полуобнаженная, с небрежной укладкой. С такими губами ты можешь иметь все, что захочешь. Первый муж Бардо, режиссер Роже Вадим, оставил ее в одной простыне в фильме «И Бог создал женщину». Благодарные мужчины шутили: «Роже Вадим создал женщину». Я тебя умоляю, остановись. Роже сделал Брижит блондинкой. Мне нравится ее манера смотреть, говорил он. В это время Брижит смотрела уже в сторону актера Жака Шарье. На свадьбу надела розовое платье в клетку. «Я тебя люблю, ты меня тоже нет», Брижит нашептывала Сержу Гинзбуру еще до Джейн Биркин. Их роман длился 3 месяца, но и после расставания огромный плакат Бардо остался висеть в доме Гинзбура. Мужчины с идеальной внешностью Бардо раздражали. Конечно, Ален Делон красив, ехидничал на съемках Брижит. Но комод в стиле Людовика XVI в моей гостиной тоже очень красив. Я не знала, что любовь – это болезнь. Но вы ничем не рискуете. У вас есть прививка. В своем последнем фильме Бардо снялась, когда ей было 38. Решила, что не хочет стареть на экране. Как поживаешь, мой кузнечик? Я знала, что ты придешь. В отличие от Софи Лорен, которой на прошлой неделе тоже исполнилось 85, Бардо не прибегает к косметическим процедурам и не появляется на публике. Живет в особняке на юге Франции в окружении любимых собак, лошадей, коз. «Я отдала мужчинам свою молодость», — говорит Брижит Бардо. «Теперь я дарю лучшее, что у меня есть, опыт и мудрость своим животным».